В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США состоится ряд мероприятий. Это круглые столы, бизнес-форумы и другие важнейшие события. Некоторые из них пройдут в другом мегаполисе Америки – Нью-Йорке, где также работает съемочная группа нашего телеканала. Это Нью-Йорк, крупнейший город США, расположенный на берегу Атлантического океана в юго-восточной части штата Нью-Йорк. Включает 5 административных округов – Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхэттен и Статен-Айленд. Но подробную информацию вы можете вычитать и в Википедии. Мы же, находясь здесь, попробуем передать свои эмоции от увиденного. Нью-Йорк – город, где соседствуют, казалось бы, несовместимые вещи. Небоскребы с утопающими в зелени парками и садами, театры и музеи с развлекательными шоппинг-центрами, где гармонично переплетаются природные красоты со старинными памятниками и шедеврами архитектуры современности. Сейчас мы в парке Либерти, что в Нью-Джерси. Именно отсюда открывается потрясающий вид на Нью-Йорк. Именно три его района – Манхэттен, Квинс и Бруклин. С этой же площадки хорошо виден Бруклинский мост и, конечно же, главный символ Соединенных Штатов Америки – Статуя Свободы. Именно сейчас мы направляемся туда. Если когда-то американские жители удивлялись, даже возмущались изваянию, подаренному французами, то сейчас не перестают гордиться своим символом, приносящим в казну миллионы долларов. Это один из самых посещаемых объектов культурного наследия человечества. Центр культуры и информации в Америке. Именно здесь расположены штаб-квартиры ведущих телевизионных компаний страны CBS и NBC. В этом городе действуют больше 100 радиостанций, выпускаются газеты и журналы, пользующиеся популярностью по всему миру. Нью-Йорк Таймс, Пост и, конечно же, Wall Street Journal. Политики, бизнесмены, голливудские звезды, простые граждане, студенты и туристы. Кого здесь только не встретишь. Казалось бы, здесь никому, ни до кого нет никакого дела. Жизнь мегаполиса бурлит, как говорится, бьет ключом. Ритм жизни обязывает бежать. Сердце Нью-Йорка – Манхэттен. Здесь реально бешеная энергетика. Его атмосфера привлекает людей, которые ценят жизнь в движении. Этот округ был и остается одним из крупнейших культурных и экономических центров Америки. И действительно, контрасты очевидны. И если днем здесь царит деловой дух, то ночью превращается в развлекательный. Город, в котором воплотилась американская мечта. Здесь роскошь Манхэттена соседствует с нищетой цветных кварталов. Попав сюда, сложно даже определить, что больше впечатляет и поражает. Более 10 тысяч магазинов, бутики мировых дизайнеров на Пятой авеню, порядка 20 тысяч ресторанов и кафе. Множество музеев всегда готовы продемонстрировать туристам все прелести большого яблока. Как называют этот город? Сами американцы. Продолжение следует. Юлия Родимцева, Бахадыр Расулов. Специально для телеканала «Узбекистан-24». Нью-Йорк, США.